Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о маленьком трюке в поправлении макияжа. И дайте угадаю, если вы допустили какую-то ошибку в макияже, вам нужно что-то немножко убрать или исправить какую-то линию, вы, скорее всего, хватаете ватные палочки и ими начинаете это все дело поправлять. Я сегодня хочу рассказать вам о таком вот инструменте, если можно это так назвать, который намного упрощает коррекцию любых ошибок в макияже. И честно вам признаюсь, что об этом продукте я узнала от одной из вас. Мне пришел комментарий, за что огромное спасибо, потому что действительно эти штуки работают на 5 с плюсом. И сейчас я говорю о вот таких вот штучках. По-моему, они называются микротипсы. В общем-то, их можно купить на любом практически китайском сайте. Я покупала на BuyNCoins, и здесь у меня их конкретно 100 штук. Вообще, эти палочки были предназначены для того, чтобы убирать клей с накладных ресниц, то есть нарощенных ресниц. Они очень деликатно могут забраться вот так вот между ресницами и удалить клей, который, собственно, их держит. Если сравнить этот маленький ёршик с обычной ватной палочкой, то я думаю, вы видите, насколько все-таки огромная разница. Ватная палочка — это такой слон в посудной лавке, тем более ватной палочкой очень сложно исправлять такие ошибки, как, например, ошибки с подводкой, да, если вы там где-то черкнули, лишний маленький мазочек поставили, и ватной палочкой, если вы особенно по теням будете тереть, то это, скорее всего, вытрет тени или в конкретном этом месте сделает их менее насыщенными. Вот эти же палочки настолько маленькие и настолько цепкие, что они конкретно работают самым верхним слоем. И если вам уже что-то прям серьезно надо стереть, можно также обмакнуть эту палочку в средство для снятия макияжа, например, в мицеллярную воду, и можно конкретно что-то там изменить, например, где-то подправить, подтереть. В общем-то, безумно классные штуки я себе купила. Вот уже где-то, наверное, третья израсходовала этой баночки, и как будет подходить она мне к концу, 100% закажу еще, потому что вот это все таки намного круче работает, чем вот это. Еще раз огромное спасибо автору комментария за такой замечательный совет. Если у вас есть какие-то тоже классные находки, обязательно делитесь в комментариях, потому что все мы здесь стараемся делиться какими-то своими открытиями, своими заметками. В общем-то, если у вас есть тоже что-то такое классное, обязательно напишите об этом внизу. Не забудьте поставить мне палец вверх, подписаться на мой канал, чтобы в будущем смотреть тоже мои ролики регулярно, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Всем привет! Сегодня я вам покажу рецепт десерта, который можно сделать всего за 5 минут. И это, кстати, не преувеличение, действительно, этот десерт можно сделать за 5 минут. И что мне конкретно нравится всегда в ее макияже, это то, что он очень молодой, очень такой вот сияющий, энергичный, и из нее никогда визажисты не пытаются сделать какую-то тетю Мотю, наоборот, она очень молодая, очень юная, свежая, и визажисты как раз-таки всегда это и подчеркивают.